только один врач-офтальмолог из трех необходимых ведет прием во второй больнице в Солнечном. Специалистов пока не хватает. Чтобы не создавать длинную очередь, всем, кто нуждается во врачебной помощи, выписывают направление в частную клинику. Правда, не все пока об этой услуге знают. Между тем, в офтальмологической клинике на Дубровинского для тех, кто обслуживается по полисам обязательного медицинского страхования, отвели отдельное крыло, разместили регистратуру и гардероб. Без очереди, но по предварительной записи в этой клинике могут проверить зрение женщины, которая готовится стать матерью, пройти профосмотр перед приемом на работу и просто проверить зрение. Для эксперимента по сотрудничеству с частной медициной, в том числе и офтальмологией, в этом году выбрали две поликлиники – вторую и 14-ю. Принимают здесь и тех, кому рекомендована операция по поводу катаракты. Это пациенты с патологией конкретной, какими-то хроническими заболеваниями, там, глаукомой, конъюнктивитом, различными другими патологиями. Да? Ну и плюс пациенты с патологией хрусталика. Конечно, мы уже провели операции, около 10 или 15 операций на бесплатной основе, успешно. Да. Также каждый день к нам по 40-50 человек записываются на диагностические обследования. Да. То есть постепенно пациентопоток увеличивается. Если вы прикреплены к поликлиникам по тем адресам, которые сейчас видите на экране, то вы имеете право до конца года получить обследование у врачей клиники современной офтальмологии «Берег» абсолютно бесплатно по предъявлению полиса ОМС. Прием с 8 утра до 8 вечера 5 дней в неделю по адресу Дубровинского, 82.